Она немного взволнованно смотрит на монитор. Как чувствуют себя зародыши? 4 маленьких сердца бьются, и врач этим доволен. Родить сразу 4 – большой риск для любой женщины, и уж тем более, когда будущей маме 65 лет. Что это? Беспечность, рискованность, безответственность? В Германии очень бурно обсуждают этот случай. Саму Аннегрет ее возраст не смущает. Какой надо быть в 50? Такой, как в 60 или в 40. Я считаю, что иметь детей – это просто прекрасно. Да, это непросто, нужно постоянно справляться с трудностями, но именно поэтому ты, наверное, дольше остаешься молодым. Сейчас женщина одна уже воспитывает 13 детей и 7 внуков. Самой младшей дочке 9 лет. Ради нее Аннегрет в свои 65 и решилась еще на 4 детей. Я хочу порадовать ее, ведь моя дочка давно хочет еще одного братика или сестричку, и я могу ее понять. В Германии закон запрещает пересадку яйцеклеток одной женщины другой, поэтому Аннегрет сделала это на Украине. Процедура прошла успешно, но риск для жизни матери и детей велик. Дело в том, что сердечно-сосудистая система уже не молодая, и здесь весь вопрос в том, сможет ли она выдержать такую нагрузку. В начале лета Аннегрет, учительница по профессии, выходит на пенсию. Примерно в это же время ей предстоит рожать. Будущая мама уверена, сил у нее хватит на все, и она совсем справится.